Всем привет, друзья! И довольно часто в интернете у меня попадались рецепты подобных разноцветных рулетиков закусок. И я решила попробовать приготовить что-то подобное. Вообще, в основу зеленых рулетов всегда берется шпинат. Ну, у меня шпината, естественно, не было. Но зато был замороженный салат с дачи. Мне не особо понравилась идея замораживать салат, потому что потом непонятно, куда его применять. В салат в размороженном виде он уже не идет, становится непонятным. Ну, а так грызть или куда куда-то еще добавлять, я не нашла способа применения. Зато решила попробовать добавить этот салат, уже последние два пакета, именно в такой закусочный рулет. Да и тем более все ингредиенты для приготовления этого рулетика у меня были. Понадобится 3 яйца, нужно отделить белки от желтков. Белки взбить вместе с щепоткой соли примерно 1 треть чайной ложки до пышной пены. Ну а пока белки у меня взбиваются, в блендере я измельчаю замороженный салат. По рецепту написано, что не нужно сильно размораживать, поэтому я сразу перекладываю и измельчаю в кашицу. И потом в эту смесь добавляю 3 желтка от яиц и также еще тщательно все взбиваю. Вот так прекрасно у меня взбились белки. Конечно же, спасибо миксеру. Если делать вручную, времени ушло бы намного больше. И теперь постепенно ввожу измельченный салат. Так как шпинат дает насыщенный зеленый оттенок, а у меня салат, к сожалению, это не сделал, я решила добавить кондитерские пищевые красители, буквально несколько капель, чтобы добиться желаемого оттенка. И когда масса стала у меня однородной, я снижаю скорость миксера и теперь постепенно ввожу 50 грамм муки. Полученную смесь я выкладываю на пергамент и отправляю в духовку буквально минут на 20 при температуре 180 градусов. Достаю, охлаждаю, снимаю бумагу. Ну а начинку можно делать любой. Я взяла классическую, это творожный сыр, вот так и размазываю, но не до конца, чуть-чуть не доходя до противоположного края, чтобы потом хорошо это можно было свернуть. Немножко посыпала натертым сыром. Добавила зелени, у меня это петрушка и укроп. И сверху еще выложила обжаренные грибы. Это у меня были опята и подберезовики. Пожарены они были вместе с морковкой и луком. И теперь все тщательно сворачиваю в рулетик. Потом обворачиваю пищевой пленкой. Тщательно все затягиваю, чтобы он получился плотным. И оставляю буквально на час-полтора в холодильнике. А потом нарезаю на порционные кусочки. И очень классно еще делать начинку и добавлять туда красную рыбу. Мне понравился рецепт, но вот сделала вывод, что салат больше замораживать на следующий год точно не буду.